позиции или пятый. Смотря куда идет Виверна. Они могут бороться и поставить его суппортом Алхимика. Почему бы нет? Между прочим, ребята, если вы не знали, то мидер у них это Атун. А пикает у них суппорт. Собственно, суппорт и пикнул себе Ланаю. Потому что он знает, что надо делать. Ну да, через пси-блейды там сатакаешься. Но они поиграли в группе, типа. Он дал шанс посоревноваться с хорошими мидерами своему этому Атуну. Теперь пора. И самому на вылет мое время пришло. И говорит, сейчас я... Электрика смотрел? Это я был. И пошел. Клакер, вообще не понимаю, что они пытаются сделать, но надеюсь, они мне покажут. Что же пикнет 1, 2, 3, 4? Просто у них даже никакой связи там алхимик. Он кому аганим-то купит здесь? Клокерку только и все. Ланаи. Ланаи, разве что, чтобы трэпы взрывались, еще урон наносили. А сейчас они последним возьмут какого-то прям вот супер аганима. Подожди, у нас в Китае четверка, значит, Видит доктор смерть, какой-то, да? Или в какой стране? Четверка. Так, что? Шестерка же, вроде. Нет, четверка. Четвертая даже. Ну, ладно, подходит мне. Приношу смерть Китаю. Ember Spirit. Ну, люблю этого героя. Какой-то Видоктор остался для Unknown, чтобы это был герой все-таки с сильным аганимом, чтобы алхимик имел смысл. Вот этот вот пикнутый алхимик на третий. Ну, вообще, когда алхимик, да, он такой умрули керри исполняет, нужны какие-то герои, которые с аганимчиком. Тут просто аганим только один есть на клока. Ну да. И это то довольно, это такой... Довольно странно брать именно алхимика. Полуаганим. Возьмите кого-то другого жадного. Но алхимик-то не так уж и часто собирает аганиму другим товарищам. Как-то не так уж и часто он собирает. Ну, когда собирает Радианс, Октарин, он собирает Манту и собирает себе 6 слотов, обычно к этому моменту игра заканчивается либо в одну, либо в другую сторону. Ну, на самом деле, алхимика, ну, как кэрри использовать, это такое себе. То есть, как по мне, нынешняя суть его — это в подборе этих баунти-рун. За крипов и денег не так много дает. Это мидл. Да, то есть мидл стоишь, ну или хотя бы, я не знаю, как можно использовать, возможно, чтобы он ты брал ставишь мидл, подбираешь баунти руны, стакаешься леса, фармишь эти леса, берешь блинк, медальку, ПТ там и побежал, и все, и раздаешь аганимы. Вот, в принципе, это самый оптимальный алхимик, который, ну, самый крутой, наверное, алхимик. Да, но против алхимика все ставят добры. Короче, такой пик здесь, что Ньюби как-то выглядит гораздо сильнее, я не вижу идеи вообще в пике Unknown. Ну что же, посмотрим, смогут ли Unknown совладать с Ньюби, с бывшими чемпионами Интернешнала или нет. И передаем слово нашим комментаторам, которые будут освещать для нас эту игру. Спасибо огромное, Иван. Спасибо ребятам из студии аналитики. Ну что, такое полноценное превью просто дали нам матча. Успели порадовать вас, разыграть мою машину и много чего еще интересного сделать в эфире. Спасибо вам огромное за это. Мы начинаем смотреть Ньюби Unknown, и я ожидаю, честно, я ожидаю от Unknown очень серьезной битвы. Во-первых, потому что эти ребята поставили буквально недавно мировой рекорд по самому быстрому радиансу в истории профессиональной доты, и сделал это товарищ Атун. Товарищ, про которого много историй можно рассказать. Товарищ, которого своя личная команда 3 недели назад на неделю отстранила от игры. Потому что он в решающем матче квалификации на саммит психанул и на квапе купил 2 даггера. Товарищ, которого мы помним очень хорошо, который на СФе постоянно выкладывает артефакты, кастует ультимейт, отменяет. И вчера этот товарищ объяснил многое. Но про это я расскажу немножко по ходу матча, а давайте пока быстренько пройдемся по героям. Гриди играет у Unknown на сложной на клокверке. Катара Forever, товарищ, анимешник очередной на кэрри, который играет кэрри роль у Unknown. Аксель — это первый саппорт, Атун — это соло-мидер, и Капитан Квен — второй саппорт, Зиток. Именно так. Ну, ребята, из Ньюби, Xiao Tulei, Flame Tuscar у нас в этой игре будет. Банана суппорт Undying, Кму будет стоять миди на Ember Spirit. CH, он же Чизбак, на Shadow Shaman вторым суппортом. Ну и кирировать у нас будет, конечно же, товарищ Хао на своем гирокоптере. Да, и действительно, довольно неплохой пик вырисовывается у ребят из Ньюби, тут ничего не скажешь. Но он отжимает, отжимает. Банану подняли. Кстати, у Бананы могут быть проблемы. Банана встает здесь, Банан начинает избивать, но решили все-таки прогнать его подальше отсюда и...
драку за руну, собственно, выиграли. Руну взял Алхимик, и это, наверное, самое важное в этом моменте. Я еще раз обращаю ваше внимание на этого Алхимика, потому что он будет интересным. Мне интересно, в какую линию он пойдет пешком вниз. Такая себе идея, но, в общем, этот Алхимик может быть интересным. Ну, что интересно, здесь ребята из Анон все-таки сменились ролями. Все-таки считается, что Катару Хаяма, он все-таки керри-герой, но встал он сейчас на миде. Возможно, просто на Алхимике лучше чувствует себя Атуна, а не Катару. И из таких соображений решили свапнуться. Кто знает. Ну, скорее всего, да. По крайней мере, те игры, которые я помню по американской квалификации и по квалификациям, например, на The Summit, которые я комментировал Анон, там абсолютно всегда Атун играет в миде, даже если берет Алхимика. Но тут пошел распик уже так, что начинали, собственно, с Темплар Ассасин. Ну и, видимо, было принято решение сыграть, ну, вот как-то вот так. Возможно, это пошло не по плану, возможно, по плану. Ну, это тяжело, тяжело мне сказать. Атун — это тот самый товарищ, который выходил вот в таком капюшоне, полностью засунул до конца вот это вот его ползуночек, чтобы не было видно его лица, да, вы видели на презентации команд. Вообще, перуанцы известные в... Как же правильно-то выразиться, да, чтобы никого не обидеть? Филиппинцы, многие филиппинцы говорят, что филиппинцы — это такие себе русские игроки в пабе, как русские на европейском сервере, флеймят всех, так филиппинцы на азиатском сервере, вот так же перуанцы на американском. Они считаются одними из самых таких наглых флеймеров и так далее. И вот товарищ Атун... несмотря на то, что он играет, казалось бы, в команде, но это не профессиональная команда, у них нет контрактов, у них нет зарплат, ничего такого, он очень сильно флеймит. И когда у него спрашивали, почему ты выкладываешь эти артефакты, что ты делаешь, он сразу сказал, что, ребят, я пабер, я сыграл 5000 игр в пабике, в миде сейчас напали на хау, на мой, извините, мой, это ФБ, Катара Forever. Да, тут вообще терялся немножко Эмбер Спирит, довольно легко он разменивался по ХП с Темплар Ассасин и не подрасчитал то, что Рубик может внезапно подойти и дать Это же Му! Это же чемпион мира, $1 миллион выиграл! Что касается вот этого вот такого поведения, может быть, несколько неспортивного, все-таки сказывается, на мой взгляд, возраст, потому что мы видели, что, в общем-то, и этот перуанский коллектив не самый возрастной, такие довольно молоденькие еще мальчишки выходят на сцену, ну и там... Или где... Булвс такие Да. Второй вот этот вот тоже более-менее известный перуанский коллектив и другие перуанские коллективы, которых довольно много, выступающие, может быть, на несколько низшем уровне, тоже довольно молодые. Нет, видимо, таких вот великовозрастных игроков, которые могли бы играть и действовать, скажем так, немножечко зрело. Ну да, таких зрелых ребят действительно у них там нет. Может, там разве что Смыша можно одного вспомнить, который более-менее там давно на дота-сцене, а еще со времен там команд в первой доте, там очень Арктик команда называлась у них когда-то была такая. Суть в том, что вот этот вот товарищ, он напрямую сказал, что все вот эти выкладывания артефактов, которые делали в профессиональных матчах, для меня пришли с паба, и да, мне объясняли менеджеры, мне объясняли коллеги, что это не так, но проблемы, Му избивает его, Му пытается связаться, Му, ай-яй-яй, отбивается Му! Сбили, можно и продолжать погоню. Побежит Катару Хаяма до конца. Да, там тапка нету, там нет тапка. Да, тут Му спит на 45 больше, должен добивать. Точку. Без шансов. Есть точка с руки, это минус. Так вот, он сказал, что я считаю, что то, что я вывожу из себя людей в паблике этим, мне помогает. Я уверен, что в профессиональных турнирах я смогу психологически давить на команду. И вот эти вот для нас, казалось бы, да, мы в мире Dota не первый день, мы много турниров видели, мы понимаем, что профессионально себя ведут игроки, рукопожатия. Человек выходит с закрытым капюшоном, то есть, понятное дело, что у него нет какого-то неуважения к ньюби, блин, это чемпионы мира, для него это вообще боги. И всю жизнь были богами для него. Для него сыграть с ньюби — это уже нереально. Но все-таки вот это вот моральное давление, оно имеет смысл в миде. Ну, опять на Катару. Проблемы у Катару. Му, раскатал. Поднимает его, проблема огромная, Уму, ему через Борис погибает! Был уже киллинг спри, там приходит через Бактер, немножко подержал Рубика в сетке, Эзершоке в кулдауне, Хекс давать даже не стал, и в итоге на этом все закончилось. Ну, смею на самом деле не согласиться в том плане, что он видит ребят из Ньюби каких-то богов. Это тот наглый школьник, для которого нет идеалов. Вот я только эта серия на Атуна была, Атун здесь выживает, переключил армлет, который у него уже есть. Чека армлет внезапно на легкой линии! Да, он играет так, у него третий уже, видим, пассивочка с ней, он так быстро смог нафармить себе этот артефакт. Если посмотреть на Творс, у него он топовый, и, конечно, никто с ним сравниться пока не может.
Так вот, нет идолов у этих ребят. Они молодые, им кто там выиграл в каком-то бородатом году International, их абсолютно не интересует, я больше чем уверен. Ну, может быть, тут ты прав, потому что эта молодежь, она настолько наглая, что ого-го. И мы разговариваем, как два старых пердуна. Нет, ну просто мы пытаемся поставить себя на их место. И в принципе, это довольно логично. Ну, так оно и есть. Так оно и есть. И вот действительно, возможно, в этом есть какой-то смысл. Типа там выложить, потроллить. Ну, Swindle Melons уже выложил один раз артефакт, да? И ICSIS не один раз выкладывал артефакты, за что тут же был наказан. Поэтому... Ну, бывали и положительные примеры, когда ребята выкладывали артефакт, кто-то сбивал себе ТП и убивали. Ну, то есть, это примеров в Доте было довольно много. Ну, и, кстати, вот по поводу еще одной версии, почему артефакты выкладываются. Ребята сами на превью только что сказали, что это их боевой клич. Они таким образом поднимают себе дух, что они позволяют такое делать. Еще один такой элемент наглости, но он имеет место быть. Молодая, действительно, веселая команда. Я вот буквально вчера вечером ретвитил статью про них, которую написал один из журналистов, ну не журналистов, таких вот блогеров сайта 26 and Stupid, хороший такой веб-сайт, ну про все, не только про компьютерные игры. И он просто провел один день с командой Unknown, он пообщался с ребятами, пообщался с менеджером команды. Опять-таки, ребята рассказывали, что, ну, чтобы вы понимали, последнее место здесь дает им $30,000. Для ребят это на шестерых с менеджером, это настолько невероятные деньги для Перу, да, где бутылка Кока-Колы, в статье было приведено, когда никогда не был в Перу и вообще в Южной Америке, да, но бутылка Кока-Колы в Перу стоит 15 центов, да, как бы, и средняя, очень хороший достаток для жителя Перу, даже столичного жителя Перу, это $150 в месяц. И как бы для них это уже невероятный успех с точки зрения финансов. И вообще попадание на этот турнир для них это просто супер успех. Поэтому здесь я вот думаю, ты прав в том, что они, ну, у них нету идола. Вот тут, наверное, все-таки я с тобой соглашусь. Потому что им должно быть здесь пофиг. Они должны играть просто за себя. Ну, они так и делают сейчас. Да, они ведут 3-1. Сейчас Клокверка на топе убивает, да, есть Хекс, тут же Банана, тут проблемы в гриде огромные, и расстреливает его Хау вместе с Бананой, да, это второй фраг для Ньюби. Даже, да, с Макей не юзали, в общем-то, было куча довольно-таки вардов у Анноуна, стоял на руне и так далее, но просто не среагировал Клокверка, слишком далеко вышел, подставился. Итого второй фраг смогли Ньюби сделать, но при этом они, опять же, не обращают внимания на Алхимика. Самую главную, большую проблему в этой игре, товарищ, который разогнался. Да, тут не будет Алхимик, который будет покупать Октарин, поверьте, не будет тут этого Алхимика. Чувак уже купил армлет, он будет драться, это факт, я на 100% уверен. Что он не будет, он еще и покупает Gloves of Haste. У него третья перчатка в инвентаре, если что, так уже получается. Да, да, и это будет Майлстром. Я очень сомневаюсь, что он Мидас купит, но... Этот может. Ну, вообще, да, тут айтембилд, конечно, предугадать будет довольно сложно, товарищ Атуна. Смотри, два стака одновременно делаются, и получится ли... И, конечно же, получается. Только вот этот заблочили. А так, здесь делаются стаки, здесь бросается тучка, и пошел фармить. Этот чувак, я говорю, выбил. Он на 9-й минуте имел Радианс, когда игру, которую я комментировал. Поэтому я знаю, что он умеет этим героем играть. Ну и не только фармить, он и потом играть умеет. Но видно, что и команда под него тоже неплохо играет. Эти вот стаки, игра суппорта, все-таки это тоже сказывается. Алхимика одного не оставляли. Дали возможность им получить такой вот такой показатель ГПМ. Ой-ой-ой. Банан теренем уходил. Далековато, слушай. Есть дикий по двоим. Неприятно против такого драться. Сандаенгу уже 910 хп, есть стики при всем при этом, поэтому немножко позажимаются аноны. Но задача простая, опять же, отвлечь внимание противника на себя. Пусть Алхимик фармит дальше. На него сделали ставку. Судя по тому, что сейчас происходит первые 9 минут, эту стратегию анон уже отрабатывали, поэтому играет пока по плану. Эмбера трижды убили, а тут пытается, кстати, зафармить эйнштов. Это вот нельзя ни в коем случае давать этих эйнштов. Прекрасно понимают анон, будут отжимать они отсюда. В любом случае, ой, проблема все-таки встрял. Ну, куда ж ты пошел? Куда ж ты пошел? Шансов. Ну, только видели, что там противник есть, и все равно пошел туда Клокверк. Второй раз уже ошибается. Бывает такое, бывает. Идут дальше гирокоптер, Undying, тут просто вся четверка Ньюби. Да, Ньюби пытается зажимать команду Unknown, ну, и ты знаешь, и получается у них. Отжимают они такие перуанцев вот от своих хенштов и зафармят этих хенштов. С трудом, но все-таки зафармят. Конечно, очень не хочется отдавать, но что ж ты тут поделаешь? Абсолютно ничего, ну и Хао зарабатывает себе драму Эндюранс с тем временем. Вообще, так посмотреть, конечно, Ньюби действует довольно грамотно. Эти командные передвижения, все здорово, отжимают эншентов, но... Так, атака теренья пошла, товарищ Ацеля ставится в арты, ставит он Cold Embrace, это, понятное дело, его не спасет, ставит стомба также, будет продолжение по всему атаке. И Эмберспирит идет дальше, Мута наглый на косте и пробивает тут довольно серьезно товарища Рубика, Зиток.
Файшард, Сноуболт даже залетает, очень больно, Валрос Панч накрывает Рубика, это минус 2 суппорта, но будет Коги, продолжение. Коги, конечно, Тусик ударился, но нечем продолжать, просто нечем продолжать, все биты, и Темпларка драться пока не может, Алхимик еще рано. И отдают Тавра здесь Ньюби, ну Ньюби красавчик. Ньюби поняли, что надо давить, что пока просто пытается выигрывать время, Space Created, ребята, из Unknown, и давление мы видим работает, потому что все-таки как ни крути, а кнопки жмакать, наверное, Ньюби имеет все-таки получше. Да-да-да, и, конечно, соображение по поводу командных передвижений тоже поболее будет. Но тут вот важно учесть еще такой один момент, что при всем том, что фармит Алхимик, не теряется Темпларка, это самое главное. Катара Хаяма находит возможность получать себе деньги, вот у него же Метрил Хаммер есть, впоследствии, конечно же, будет Дизоли и поможет Алхимику делать его такие грязные делишки. Да, это хорошо, да, саппорт немножечко отстает, очень плохо Гриди пока отыгрывает, две ошибки грубейших мы от него видели, ну ладно, первая, если еще нельзя назвать там грубая ошибка, дефолтная смерть оффлайнера, то, конечно, вторая смерть это было абсолютно ни к чему. Ну и Маштром появляется тем временем у Алхимика. Он, в принципе, уже готов драться. Единственное, что, конечно, не хватает моментальной какой-то фиксации противника, да, то есть, если мы посмотрим интервер на левел 6 только-только. Вот смотри, сейчас Банану будет пытаться он убить, давайте посмотрим. Атун выходит, полетел стан Банану, и раз, пошел дэмэдж, два, три, солрип, и ни разу молния не прокнула, просто ни разу, не прокнула. Только что прокнула молния, а во время ударов ни разу не прокнула. Слушай, а Хао, куда ты пошел? Хао, куда ты пошел? Там есть Винтерскёрс, ставится Винтерскёрс на Хао. Стан в чизбага, успел, ты знаешь. Ракетка. Молния долетает, но чизбага молния не отошла, и в итоге выживают здесь ребята из мины. Попробовали так проверить на прочность товарища Атуна и поняли, что прочный все-таки этот парень. Еще и сам лезет в атаку, тяжеловато. Да, я не понял, почему не было хукшота от Клакверка, немножечко, наверное, все-таки был. Но не поспевал, далековато. Да, далековато, так и не успел сделать. Но Банана должен сейчас своим тиммейтам сказать, типа, ребят, алло, я на один удар ушел. Хао вообще-то тоже, так что давайте все-таки поосторожнее как-то с этим будем, потому что будет беда. Блейдуфалакрити появляется у Алхимика, это с Инжиньяша, скорее всего, я думаю, вряд ли это будет Монтас. Так, полетели шарды. Атун, он в ультимейте. Я не знаю, насколько хорошая эта идея на него нападать. Шарды в ответочку. Зажал Атулея. Колдаун залетает, отбегает отсюда Атун. Колдаун, ну, связал его. Нужна хелпа. Ну, есть хелпа, но поздновато. Клакверк, хукшот, но очень плохо. Очень плохо исполняет пока ребята из Unknown. Гриди что-то немножечко медлит, как-то не поспевает он за событиями. Слишком долго принимал решение, врываться, не врываться, помогать Алхимику или не помогать. Стой, когда принял это самое решение, было уже довольно поздно. Подставил не только своего Алхимика, но и себя тоже. Минус два, при всем при этом Ньюби дальше продолжает пушить и сносит тавер за тавером. Ну, пока Ньюби играют в свою доту, то есть они полностью завардили чужую территорию, поставили сверхагрессивные варды. Получается у них гангать, получается нападать, получается сносить таверам, но полностью владеет пока игрой. Да, три вышки уже убили, понятное дело, что впереди они, ну, хотя нет, по деньгам еще не впереди, но Алхимик все-таки не забываем, да? И по XP, кстати, не впереди, но опять-таки Алхимик и так далее. Ну, винрейт Алхимика с армлетом 0%. Ну, ладно. Все, три игры было. Найти таких ребят, которые армлет покупают себе на Алхимик, довольно сложно в текущей мете. Быть это трижды был Атун, но это вряд ли. Ну, типа да, то есть сейчас пока в мете Октаринкоры всякие, или там, наоборот, Блинк с медалькой, редко увидишь армлету. Ну вот, всего три матча было использовано. Это четвертый, я так понимаю. Яш да. Покупает себе Атун. Не делает он каких-то попыток собрать, возможно, БКБ с таким айтем билдом, что было бы вполне логично. Но все же есть дизейбл, есть магический урон, который хочется пережить. А тебе, по большому счету, ультимейт ХП не дает. У тебя как есть 1100, так оно и останется. Боже, я смотрю вижен от Ньюби, это просто фантастика. Они видят вообще все. И врывается, убивает Темпларку. Вот она стояла здесь, фармила, она таки купила себе дезолятор перед смертью, но как же четко они все видят. Ты не можешь никуда выйти. Вот здесь опять-таки видят полностью, что Алхимик здесь фармит. Они прекрасно все знают. Как же четко-то действует саппорт команды Ньюби. А вот так цель на Винтервиверне пока вот не знает, куда свой сентришник положить, потому что вот он с ним ходит, а все еще не поставил. И даже, видимо, не предполагает, куда нужно поставить. Все, не раздевардишь одновременно. А вот поставил сентришник, но неправильный. Он подумал, что на подъеме на хайграунд пошли Темпларку, но на самом деле Темпларку находили в другом месте. Да, и вот еще один сентришник тыкнули. Здесь на этот раз угадали. На этот раз тут вард убили, и теперь, по крайней мере, Vision 9. Он вроде уже там закончился, нет, буквально недавно? А может быть и закончился, да, может быть и закончился, после на это я не обратил внимания, да. Дизолятор все-таки покупает, да, эту парочку успела она сделать перед смертью, но вот собирается вместе оно, но неужели какая-то смок-вылазка последует? Яша появилась у Алхимика 11 левел, больше нового... А, ну дизолятор есть, так что... Ой, боже, я не на Рошана пойдут, как же это вовремя может все быть для Unknown? А те дождут, Ньюби дождут. Ньюби ждут, Ньюби знают, Ньюби чувствуют.
А Барт не видел? Нет, Барт не видел. Слишком далеко стояли Unknown. Залетает Рокет. Видит Чизбага вот здесь. Муни, Му с дабл дэмэджем, который закончится через 2 секунды. Так что не суть важно. Что-то не верится мне, что Unknown будет очень хорошо сопроводить за место 5 на 5. Потому что там будут и гирокоптер с раскастом, Тускар и Undying. Ну да, да. Это там... все будет пережить очень сложно. Ну правда, какой-то невероятный Винтерскьюрс, конечно, может порешать вопросы. Но опять-таки он должен быть невероятным. Ну и молнии должны прокать там так, что мама не горюй. Ну пока просто спокойно бить с руки, алхимику никто не даст. Вот можно собрать БКБ, но он собирает себе все-таки с Инжиньяж, судя по всему. Хотя вот логично было бы предложить, что он с Огрклаба сделает БКБ. Было бы интересно, как минимум. Ну, типа, да, Яша быстрее бегать, БКБ, а потом уже и Сию можно дособирать, в принципе. Когда у тебя будет БКБ, убивать тебя хотя бы не будут, потому что убивать в БКБ, я не совсем понимаю, как его вообще здесь будут. Да и сам в ближайшее сможет время. Да, да и сам сможет. Главное. Почти весь свой ультимейт стоять там и ручками взмахивать, скажем так. С другой стороны, Небе не навязывали особо алхимику драку, так если посмотреть, 0-1-0, один раз они его поймали, и все. Он, может быть, думает, что для хорошего еще продолжения фарма, для ускорения его... Ой, палятся Ньюби всей командой сейчас, что они сюда идут, тут же поныкались. Виверна делает тэп-аут, но алхимика уже давно здесь нет. Ну, тут вард, кстати, хороший поставили. Или разбежаться в разные стороны. Да, да. Так что летит в курьере форстаплич из бага. Слушай, а Шеду Шаман-то хорош. Аркан тапки, форстап. Он такой качественный. Ну, у него нетворс-то пятый снизу. Если что, он больше клокверка, больше, чем суппорты противника. Причем... Да, клокверк там совсем беда. Получается, суммарно он нафармил столько, сколько два суппорта оппонент. Что, пойдут на Рошана драться под серпентвардами? Или попытаются в миде все-таки взять Му? Ну, Му взять тоже очень сложно. Разве что через Винтерскурс. Ну, нет, тут, конечно, без вариантов. Оставляет, конечно же, Му опытный. Ремнан это позади себя, чтобы избегать таких вот атак. Все рассчитал, все знал. А, видели ракеткой сейчас, что пробивают Рошана, но делают это довольно идут, быстро. Они идут, ли? Это Йоло, вот так украли что-то. Украли сеточку, украли. Стан Чизбага, сноуболом сейвит неплохо, есть колдаун. Нет, колдаун не хороший. Слушай, а сейчас поумирают все, если дадут бить алхимику дают бить. Слушай, это минус 3 уже, это минус 4, остается один гирокоптер просто загоняет сейчас под Рошана, гирокоптер погибает, но это минус 5. А это что дальше делать, Тамбу надо убить, Тамба сейчас развалит всех здесь просто. Гирокоптер, мелда нету, и гирокоптера поднимает последнюю секунду. Боже, они делают минус 6! Лива Перу! Что они сейчас творили? Лива ля Перу, вам особый бог! Фантастик, все на лохопе, посмотрите на их запас здоровья. Почему, они блин? Они все лохопе. Почему не пишет, сколько молнии мы были нанесено дэмэджа алхимикам? Лежут 2900 дэмэджа темпларка нанесла в этой драке. Она бил, ей дали возможность бить, алхимику. Все получилось крайне круто. Отыграно было, получается, 3,5, даже больше, чем 3500 монет и 4100 экспириенса. И, ну, это не камбэк, потому что, в принципе, особо не проигрывали, но это довольно серьезный скачок вперед. Да, это очень качественно, потому что алхимик получает полторушку голды. Темпларка выходит на второе место по нетворсу, и она покупает себе БКБ. Внезапно клокверк подтягивается чуть-чуть, и у него блейдмейл на подходе. И, в общем, Ньюби сейчас получили обухом по голове, и они сейчас задумаются над своим поведением. Так, ну, нельзя недооценивать. Но что вот сейчас-то была недооценка. Явно была недооценка. Они думали, что очень просто развалит противника, но нарвались на хороший Винтерскёрс. И пока там пытались сейвить своих тиммейтов, выяснилось, что сейвить уже просто-напросто нечем. По большому счету, и да, таки подставились. Да. После сноубола люди умерли просто за полсекунды. Там молния залетела от Манштрома, и все. И приплыли. Да. А потом же будет Мьёлнир. Боже, как же она рубит под Мьёлниром. Это же вообще забей. Там больно. Вот Хава пытается нанести себе какой-то БКБ, чтобы игнорировать часть таких вот станчиков, молнии и прочей гадости. Но это, в принципе, довольно грамотно этот билд. Да. Очень многое нужно Му. Вообще, конечно, Му в этой карте отыгрывает не самым классным образом. Если вспомнить мид, как он отстоял 3 смерти. Сейчас за месяц был в инвизе, ничего не сделал. Просто погиб сразу, в секунду фактически получил Винтерскёрс. То есть есть вопросы, есть немножечко недопонимание. Да, если сравнивать с сегодняшними эмберами, там, да, от Паши, от агрессива, ну, это совершенно какой-то, ну, не такой хороший товарищ. Ну, а Тун продолжает фармить лес, 3 стака он фармит, вот, 1, 2, 3, и 3200 у него уже в кармане, 14200 нетворса, и Unknown улетели уже на 4500 вперед, 3000 экспы. При наличии алхимика это не есть преимущество. БКБ, слушай, да он топовый! Это те самые алхимики, которых надо просто бросать в лицо Фате и говорить: «Фата, вот!
Вот Фата! Но это уже действительно гибкость, это чувство ситуации. Молодцы, что товарищ Алхимик, что товарищ Тепларка не стали размениться на какие-то блинк-даггер. Алхимик не стал покупать себе какой-то радианс. То есть они понимают, что они сейчас выиграли драку, если соберут себе БКБшку, их вообще не убить никак. И если они это сделают, если они еще эту драку какую-то выиграют, у них реально есть все шансы. Best of 1, ребятки, напомним вам, проигравшая команда едет домой. Победители выходят в завтрашний матч против LGD Gaming, против не самых крутых LGD, извините, не в завтрашний, в послезавтрашний матч против LGD Gaming. И LGD, ну, ничего пока не показали, кроме двух побед над Cloud9. Поэтому команда, которая выигрывает здесь, она, в принципе, будет... Вполне. Да, будет иметь шанс выйти в топ-8 мейджора. Я просто страшно представить, какой это будет шок для всего государства Перу, если их команда... Ой, там тем временем атака, Атун должен включить ультимейт, фиксует его, боже, у меня вылетела дота! И пробивает его довольно серьезно, Атун хукшот пытается спасти как-то своего Атуна, Атун пока жив, получает мало распач, наконец-таки осилили его, но размен на шоту Шамана, Герокоптер пробивает Рокет Бэрэджи, Катара встревает, Катару пробивает, тоже даблкил делает Хао, подцепили еще Зитоко, Му, его, конечно же, никуда не отпустят вместе с командой, только триплкил делает Хао, в размен на одного суппорта очень хорошо залетели ньюби. Боже, ребят, мы просим прощения, вы пропустили половину драки, у меня просто вылетела дота в момент замеса. Ай, Вольво, да, драка произошла 3 в 1, очень хорошая драка для ньюби. Вот что значит хорошо зафокусировать цели, они влетели, моментально все потратили на алхимика, никакие сейвы уже просто-напросто не помогли. Винтер Виверна поздно дала Винтер Скерс, и в итоге просто провалились. Далеко она была, да, и действительно не вышла. Ну что, падает сейчас Тавр. Ну и депить, понятное дело, никто не будет. Просто отбрасывается сплинтер бластами здесь у нас Виверна. Ну, Т2 забирает ньюби без проблем. ТП? Да ладно, надо да, отменять. Довольно опасно, это было довольно агрессивно. Спокойненько забирает Тавр. Му получил трипл килл, имеет отличную возможность купить себе довольно быстро БФ. Ну, с учетом того старта, который у него был изначально, БФ там к минуте 25, в принципе, будет неплохим достижением для Му. Есть у него уже Бродсворд, есть, видимо, Войдстоун, все в порядке. Там Телекинез. Зачем Алхимик дает стан? Му опять подставляет, да ладно, разбирает его буквально за два удара. Ой-ой-ой, Му, ну как же неаккуратно играет Му. Что происходит с Му сегодня? Я не знаю. Да, то есть он сделал вот этот сейчас там... он не сделал, это Хао сделал. Хао трипл килл, да. Му 0-5, и Му по-прежнему, ну, якорит откровенно в этой игре, и пока пользы своей команде не приносит. А Алхимика, БКБ-то так и не прожатые, да, в прошлой драке он, мы сами понимаем, что он не прожал, ну, очень быстро его зацепили, хотя мог бы постараться все-таки. А у него разве был куплен на БКБ? Думаешь, еще не долетело? Потому что я чуть не помню. Вроде нет. Я слишком закипешил с вылетевшей дотой, и я вот что-то забыл. Так, вот они прижимают смог. Атун взглядяет это движение. Часть тиммейтов осталось на медлине, будет элементарный байк. Как же ему блинк нужен? Пошел. Раскручивает свой стан. Можно давать кого-то. Стамп под боим залетает. Даже телекинез по нему раскладывать. Очень быстро Виктор Скёрс. Дальше взял Тулэ. Минус 3 сделали. Эбер Спирит был до этого в таверне. Суммарно минус 4. И Т1 забирает. И Т2 надо забирать. Пока Алхимика бегает здесь в ультимейте, надо забирать Т2. Тут Герокоптер отбрасывается колдауном. Осторожно, надо быть Герокоптером. То, что есть же хукшот. Есть же хукшот. Можно в хау влететь. Есть хукшот! Гриди, ну что-то делай, пожалуйста, он не видит, братан! Он не видел. План войны. Наверняка знать не мог, куда побежал Герокоптер, но и он довольно грамотно мансил там, отходил. Поэтому довольствоваться будут только снесением Тир-2. Какие качели у нас в игре. Блин, какой матч мы наблюдаем. Прошлых два матча в лузерах были откровенно, скажем так себе, да, и Cloud9 с альянсами. Там было вот такое-то оформление всю игру и попытки друг друга убить. Ну и односторонняя игра OG Fnatic, ну здесь просто pure Dota, вот то, что мы любим. Она так немножечко YOLO Dota, конечно, но да. Довольно интересно, с переворотами, с камбэками, есть над чем посмотреть, есть за чем понаблюдать. Это главное, в Dota это, конечно, очень интересно. Так, а что будут делать дальше Unknown? Они внезапно понимать должны, что у них есть Алхимик, который уже 5 слотов, если что, так, минута 24 на секундочку. Я хочу посмотреть его ГПМ. ГПМ Алхимика на данный момент составляет 751. Хороший Алхимик, не супер рекордный, но хороший. Смоук здесь и видели ньюби, что был вард, но сам смоук, сам факт смоука они не видели. Видно банану здесь, увидели. Они должны были видеть банану. Банана, смоук спадает, они должны догадаться, что он где-то здесь. Ну, нет, там туман войны, конечно, среди кустов нифига не видно. Есть же рокет, надо проверять. На топе Катаро не боится подставиться, у него есть Блэкинг Барон, понимает, что быстро его не убить. Хао, отличная позиция у Хао.
Побаиваются, конечно, Анона. Вот так вот лобовую лезть под тавр куда-то. Знают, что ньюби рядышком все находятся. И поэтому просто решают подойти. И довольно правильно. Вообще, после такого шикарно проведенного файта и снесенных тавров, вполне себе можно позволить купить гем на команду. Элементарно позбивать эти вот неприятные варнишки, которые валят да, по пали передвижения. Да, да, да. Ну, видимо, сейчас не до этого немножко ребятам. Я представляю, какой там крик стоит. А у Му, кстати, не хватает... Му не хватает 1300 голды, и будет у него готовый Battle Fury. И это, кстати, да, это Эмбер, это жутко поздно. Все тайминги, которые, возможно, вообще нарушил Му, не знаю, это, наверное, один из самых позднейших будет БФов за этот патч. Да, да, возможно. Да. Это действительно Battle Fury у Суламита Эмбера прям, ну, очень-очень плохой. Тем временем у Гирокоптера только-только появилось БКБ. А, ну, то есть не только-только появилось, у него только БКБ есть и 3300. Вот во что пойдет Хао? Как бороться с этим дэмэджем, который в тебя входит? Как бороться с Темпларкой, как бороться с Алхимиком? Кроме Баттерфляя я вариантов не вижу. Ну, вообще хочется, конечно, статов побольше увидеть Гирокоптер. То есть 1600 хп. Мало, да, можно Санжин Яшу взять, можно... Снизу. Просто испепеляет Му. Соло. За один стан просто испепеляет Му. С армлетом, с ультимейтом, с даблдэмэджем Му 0.6. Да. И откладывается не самый тайминговый Battle Fury. Я сейчас уже говорил о том, что 25-я минута с его началом было бы неплохим достижением, но уже, по-моему, 30-я. Вот, с таким темпом, потому что Ember Spirit, ну, просто умирает на всех частях карты. Ну, а Алхимик молодец. Он помимо того, что забирает весь фарм практически, который видит, он еще и периодически разбавляет свой фарм крипами, и не только крипами, еще и героями. Так что все супер. Появляется Рошан. И бегают ньюби возле него, но пока никто не прочекал. Рокет летит тоже не туда, куда надо. Рокет летит просто на линию, да и к тому же не точно. А Т1 тавр на топе забрали и заберут, наверное, и Т2. Темпларки бояться нечего. Сейчас объективно. Ну, Алхимик решил купить тревела для того, чтобы... Ну, вот не знаю, правильное ли решение сейчас покупать тревела. Ну, а почему бы и нет, собственно говоря? Пять слотов готовы. Я просто пытаюсь. Подумал по поводу Абиссала. Просто Абиссал штука очень была бы полезная. Тут такая тема, что вроде, да, Абиссал — это прямой контроль Эмбер Спирит, да, такого героя, который крайне мобильный, неуловимый. Но когда ты видишь, как Эмбер Спирит умирает за один стан, ты не хочешь за этого Эмбер Спирит давать 3800 на Сакр Трейлинг. Ну, не хочется, просто вот это уже такой момент. Кокер ворвался, Кокер в крипо, Блейдмейл включает, чтобы Хао не вздумал стрелять. Хао БКБ на 8 секунд проюзывает, но сбить ТП, понятное ему дело, нечем на данный момент. Но тавра дефили. Ну, там Витроверн далеко от находился, конечно, Винтерскерс был бы неплохим решением. Довольно нагло, кстати говоря, Гирокоптер разворачивался, когда БКБ прожал, не сразу ТП отъюзал. Ну да, кстати, если бы там, не дай бог, у Виверны был бы блинк, то добром бы это не закончилось. И Хао бы там, наверное, остался. Именно так. Но там Тиренем находит гриди, видим, Рошана. Ну и на Рошану пойдет моментально просто. Главное, здесь да, его очень быстро убьют. Видели Ньюби. А что Ньюби сделают? А что они сделают? Эмбер без Battle Fury, смысл ему сюда идти? Тулей, они ничего здесь не сделают. Вот они шарды, Тулей видит. Да, и даже решили просто посплитить немножко. Рубик хорош, блинканулся, чтобы, не дай бог, кто-то там будет врываться, чтобы поднять его. А, ну и... 28-я минута, ребят. Последние... 12 тысяч голды ведут Unknown к Сиу. Ну и примерно так, если прикинуть, это 7 тысяч находится только в Алхимике из них. Самый поздний БФ на Ember Spirit, ну как и предполагалось. Ага, был против ВП. На 30-й, да? На 31-й даже. Ну здесь мы видим, еще надо чуть-чуть попотеть. 200 монет надо. 200 монет можно сейчас и умереть случайно. Не, ну тут, наверное, все-таки купит до драки. Не лезь в драку, пожалуйста, ну, останься, деформи. Пусть тебя тавр снесут, или он случае чего не отдефаешь. Ну, на Т3 пойдут. Конечно, пойдут. У них есть Аегис, и никто им не мешает. И сейчас вот очень важный момент для Ньюби. Ну, ультимейт заканчивается у Алхимика. И глиф есть, надо юзать. Там тем временем сплитит Му. Не так хорошо, уже летит, хотелось уже летит. Да, вот есть Battle Fury, 28 минут 25 секунд. Закончился Грейв. Закончился глиф, боже, Грейв. Грейв на тавр закончился, окей. На, байбек есть только у Гирокоптера и у Шаду Шамана. Все, Эмбер Спирит купил себе артефакт, байбека у него нет. Рубик шарды украл. Качественно. Ну, такое себе. Тут есть нормально, можно вещи. Отрезать. Можно отрезать, но... Вот если бы он своровал варды Шамана... То нет, другое. Это слишком было. Или Томбу. Вообще. Вот Томба вообще тема была. Ой-ой-ой, Томба не забей, это просто забей. Это уже было бы некультурно. Закрывает Рубик, что ты делаешь? Нужно быстро сгрызть Питерджер. Тут же курса, варды, украдет ли варды? Нет, не может. Мул в таверне, байбека нету, варды надо поразбивать. Тамбу развалили, проблемы у Гриди. Гриди погиб, Хао очень много дэмджа дает. Очень много дэмджа дает Хао. Зря, Анон, зря, не надо было этого делать.
Катару Хаяма тоже подставляется. Спасать его алхимик даже и не думает. Очень плохо. Они могли сейчас проиграть выигрышную игру для себя. Вот этим врывом. Не надо. Зачем? Заходите. Просто пусть заходит алхимик с темпларкой, бьют. Пусть нападут на них. Ну, это же как вот тряпочкой поманили БК. То же самое произошло. Увидели ему, они знают. Он с БФом. Это знак. Ты его убиваешь, он без байбека. Казалось, все довольно просто. Не ожидали, что Герокоптер стал настолько сильным. Да, Герокоптер с батерфляем. И вот они сейчас почувствовали, потому что убили ему, убили Тамбу. А за это время Герокоптер-то просто поубивал всех абсолютно. И это не круто. Да, красавчик Хао. Хао пока вытаскивает, скажем так, на своих плечах команду и не дал возможности снести свою базу. 1-5 у Хао. Да, сверху после бабочки сразу же 2-300 монет. И посмотрим, что будет покупать дальше. Будет ли уходить в чистый урон. В принципе, сейчас драка показала, что если он не под фокусом, то у него получается пробивать, получается нанести хороший ДПС. Можно его, в принципе, усилить. Темпларка купила себе Monkey King Bar сходу же. Как только поняли, что проблемы с Герокоптером, появляется тут же МКБ и появляется тут же Мьёлнир у алхимика. Шикарные два артефакта появляются еще в инвентаре у Unknown, но я все равно жду появления Abyssal Blade. Вот здесь, кстати, вот уже после того, как Герокоптер так подразвалил немножечко Unknown'ов, действительно был смысл купить себе сразу Abyssal. Так подходишь, Герокоптер прям в БКБ Abyssal дал, и все, с парочкой ударов его оформил, да. То есть, ну, это выглядит как минимум логично. Да, то есть, как бы, темпларка с МКБ сейчас, и с Abyssal'ом действительно запрыгнули, дали, и все. Ну вот запрыгивать не надо. Надо сейчас точно так же сделать, как сделали они до этого, ну просто спокойно подойти, встать и бить этот Т3 Тауэр по кулдауну ультимейта алхимика, и все. Да, и тепларочка под изолятором Тауэр будет разворачивать очень быстро, поэтому есть в этом смысл. Но я думаю, что сейчас Unknown, так получив немножко по лицу, попробует подождать до появления следующего Рошана и подфармить еще. Как же отыгрывает Хао. Для него это, конечно, сейчас... Ну, вы понимаете, да, человек возвращается в Ньюби после, в принципе, успешного сезона в Vici Gaming, в команду в свою, с которой он становился чемпионом, и команду, которая, скажем так, на Интернешнле показала, ну, очень плохой результат. После этого тоже ничего у ребят толком не получается на китайской сцене. И вот единственный успех — это квалификация на этот самый мажор. Ну, и проигрыш сейчас, я не знаю, каким ударом станет для этой организации. Это... Да. Особенно обидно проигрывать Unknown'ом, наверное, этим наглым ребятишкам. Да, да, этим наглым ребятишкам, которые пока ни одной карты на этом турнире не выиграли, напомним. Они единственная команда, ну, альянсы уже выиграли. Они единственная команда, которая пока не выиграла ни одной карты. В победе довольно серьезно идут. И смотри, даже не хотят... Ой, толкнули! Ой, форстафнули Хау, как нагло это было сыграно, но дальше продолжение не последовало. Вообще, ребята даже не стесняются. Они не стали ждать Рошана появления, они решили вот так сразу немножко подпушить вниз. Встретили сопротивление Герокоптера и опять разбежались кто куда. До Рошана еще очень долго. Зажали Ньюби на базе. Это, в принципе, тоже хороший план. Полетел у нас Рубик, полетел Алхимик. Не все-таки провела. Без Экторина. Как же вкусно без Экторина провела. Как вообще вкусный Алхимик без Экторина. Как мне нравится этот герой. Сразу вот болеешь за него. Этот Алхимик, он реально очень вкусный. На него смотришь, и душа радуется. Ты видишь минуту, ты понимаешь, какой у него айтем билд, на какую стоимость. Да. Ты сравниваешь с этим билдом кор-героев противника, и ты понимаешь, насколько Атона все замечательно. Так, Мо на руне забирает баунти и улетает отсюда. Ну, опасно, опять-таки, действует. Ну, сейчас у нее без виженом беда, да? Они видят немножечко свой лес, они видят немножечко чужой лес. Тут вард скоро упадет. Ну, не так, да, все хорошо, как у них было там минуте на 15-й игры, когда они видели действительно все. И они, казалось бы, зажали уже Unknown, убили их там четверых, потом опять троих. Но... Кстати, момент сейчас на руне, он был довольно показательным, потому что Му не видел противника, и он все равно шел на эту руну. То есть он опять рисковал очень серьезно. Пошел элементарно завис. Один телекинез, и да? Он бы... да, и он бы умер. Так что никакой линки нету, никакого дазла нету. Вот он, Abyssal Blade. Шикарно. У Атуна, Атун! Тот самый товарищ, который с двумя блинками играл, тот самый, которого флеймили, и тот самый, которого, еще раз напомню, его же тиммейты отстраняли от игры, чтобы он задумался над своей жизнью, после того, как он в решающих матчах покупал вот эти артефакты. Ну, такой вот он Атун. Заводной парнишка. Заводной вообще, алхимик... Мучачо! Таким айтем-билдом он, в принципе, уже сильно сильнее, скажем так, не станет. То есть это его практически предел. Вот. Аганим покупать, как нам аналитики еще подсказывали, особо-то некому. То есть можно Руби Клокверка, их тоже довольно сильнее не станут они после этого. Вот. Поэтому сейчас самое время Unknown'ам призадуматься о том, что игру нужно заканчивать. Потому что, ну, иначе алхимик будет свою полезность терять. Я показываю вижен от Ньюби. Ньюби вообще ничего не видят. И вот он смок, и Ньюби его не видят. Но Ньюби понимает, что у них идут смоки. Вот увидели Рокет, знает, что он летит отсюда. Маякнули на то.
топ. Маякнул на топ тут же, сразу же, через баг, что ребята там, а они не там. Они уже в миге. Можно подловить Рубик, залетать. Они уже в миге. Айхаума убить. Хаум надо лапиться, лапиться. Нет, в му решили. 2 ульта в му, ну зачем? Ну вот не надо было. БКБ, 2 ульта в му, могли цеплять гирокоптера, но, к сожалению, не цепанули. Ну, заставлять му делать байбэк сейчас надо. Пока в ультимейте гирокоптер. Но вот сейчас не врываться. Смогут, как ты думаешь? Задорный. Пошел неплохой, не успел поставить коги, ставит стопы, есть сноубол. Моментально расплавинили здесь товарищи Клокверка, есть Мека. Они так и не могут. Что вы делаете? Почему? Тут на разворотик он больно бьет, но нет. Добивает. Боже, как плохо! Зачем они это делают? Как же? Ну почему? Только вот понимаешь, начинаешь комментируешь, хватит ли у них выдержки постоять? И тут же два человека врываются. Но не могут они, не могут. Ты понимаешь, они убили одного и все, это знак, что пора додавить. И вот им реально немножко не хватает. Вот сейчас Клокверк, если бы успел поставить коги, да, он бы там развалили всех просто. Но опять же нет. Ну и залезли без Винтерскерса, без Abyssal Blade, это тоже зарешало, безусловно. Поэтому эти вот ребята могли уже дважды снести в сторону. Дважды. Оба раза им не хватило просто-напросто выдержки. Там стоит великая китайская стена, которую пробить просто нереально. Хао пошел сам атаковать, потихонечку тир 2 разваливать. Снова заработал огромное количество денег, конечно, Хао красавчик. После МКБ 2500. Он, кстати, пилит уже так, что... Вот эта темпларка, которая тоже перед смертью покупает себе Blade of Allah, Killwind Skin. Вообще, ребята, просто это YOLO. Это YOLO просто гейминг. Это просто YOLO гейминг. Пацаны, мы на мажоре. Поехали. Ну что, персеверенция Клокверка, так, очень похоже на какой-нибудь Lotus Orb сейчас. А, например, что сбрасывать будем? Непонятно. Непонятно, что вообще сбрасывать. Вообще не ясно, а вот если бы Линка, хотя, ну, Линка что, против Шейкла, ну, это не важно. Ну, там за месяц Шадо Шаман никогда никого не будет держать. Шейкла, да, да, нереально. То есть это не совсем нужные артефакты сейчас, по-моему. Так, и на сравнение Алхимика с Мьёльниром 74%, с Катарином 56%. Во, хорошая статистика, вот это замечательная статистика, это знак. Знак, что, ребят, Мьёльнир лучше, чем Радиант Сактарин. Это не знак, это факт, Лол, это понятно. Надо же, так, ну вот стоит тут Трэпа, стоит тут Эмбера, кстати, реминанты. Это очень хороший, качественный реминант стоит. И вот сразу пошли маяки. Залетает сюда Виверна и ставит вард, уходит. Да, это обсервер вард сейчас тоже было видно, что поставили его. Эмберспирит своим ремнантом должен был спалить. И под смоком Ньюби выдвигаются вперед. Хау возглавляет это движение. Позади него, конечно же, товарищ Ксяо Тулы, если что, поддержит, поможет. Не позиции, Анон, не позиции. Поднимается на пригорок, может быть, и самый удобный забор. Рубик спалили, успевает включить БКБ, а тут же быстро пытается сбрить Катару Хаяму. Не получается. Хорошая курса, Хао выживает, баш Хао проседает, Хао! Как же разваливает Алхимик, фантастика, минус 2 уже сделали. Атун пытается убить Эберспирит, тот кидает фисты. Дэмэджа пока носит очень мало, вцепил Атун, банану, есть баш. Есть гоу, есть гоу, хорошо, ему жив. Успеет станом откинуться. И причем Сиэйча все правильно сделал, то есть это Вандайк они все равно заберут, то там может пострадать еще CH. Убивает смолда, просто Катару Хаяма. И банан откидывается дикейм и дал Soul Reap. Банана, боже, банана просто царь. Как они жили в этой драке? Это просто невероятно. Ньюби, как они жили в этой драке? Эта игра, это вообще один сплошной хайлайт. Катару Хаяма пытается преследовать банану до конца. Там Госкептер скоро откатится, но нет ТПшки, банана. Пытается аккуратненько уйти так, чтобы его не спалили. Получается это сделать, немножко замешкался Катару Хаяма. Поискал противника по лесам и не нашел. Не нашел, ну и надо немножко выждать здесь, банана просто не высовываться. Да, да, да. Почему бы Клоквику так, мы так смотрим, Алхимик уже, наверное, ничего не надо, поэтому... Надо. Этот замес показал, что без МКБ против гирокоптера идти очень сложно. Столько промахов было, это фантастика. О, красавчик. Без МКБ. Боже, это сейчас мой любимый игрок станет. Вот прям... Атун, братюня, вот реально, за Атуна... Как там пишут это, за Арена и... Да. Вот тут сейчас должно быть за Атуна, потому что Атун, 14 секунд до гирокоптера, надо делать байбек или отдавать Рошана. Тут все просто. Да, байбек делай, не делай, Рошан падает за 8 ударов, это забей вообще. Не успеет. Тепларка с Аегисом, сыр просто валяется, получается, да? Да, дадут суппорту, чтобы суппорт потом, если что, передавал Алхимику или Темпларочке. А вот сыр лежит, Виверна должна забрать. Все верно, все четко. Куча мусора лежит, как всегда. Очередной сыр. Третья попытка, номер 3 от Анон. Только по какой стороне сейчас нужно подумать. И нужно грамотно разок зайти, ребята. Один заход, который может завершить эту игру. Атун всех развалит, дайте ему возможность просто бить с руки. Разница по времени между Франкфуртом и Перу 6 часов. В Перу люди только что... Только, 5 часов, извините, 5 часов. 17:20 сейчас в Перу. И люди приходят с работы и смотрят это все. Я уверен, что в чате, если зайти сейчас даже на Twitch, вы
увидите, что там Gamer Studio, испанскоязычный комментатор, где-то в невероятном топе, и там просто что-то невероятное происходит в том эфире, поэтому если вы нас слушаете в Dota TV, переключайтесь, нет, в Dota TV их нету, к сожалению. Как же быстро они его снесли. Есть байбек, а вот теперь осторожно, Т3 уйти. Хау, байбек и уйти. Вот же молодцы, вот же наши мальчики. Не отпускают, сетка пошла, а есть две жизни. Фортап замечательно. У него одна жизнь, сори. Писты. Ушли. Гриди. Ставится Коги. Коги залетает. Можно убивать. Где телекинез? Боже, что происходит? Тут Блад полетел, Хау идет в драку, в рассыпную, каждый сам за себя, Рокет летит в Акселя, Акселя можно отдать, все биты, Котару Хаяма в крипа ударил, люди умирают, Котару Хаяма! Он, у него две жизни, минус Snowball. Один, ничего страшного. И пошел Атун, сзади, со спины, получает секс, как минус, его контрят. Еще минус Клокер сделал, Хау, нужно Хау дать стан, пошел дэмэдж от Котару Хаяма, Хау без байбека, не забываем, Хау без байбека, застави его, Хау без байбека, Хау погибает, Виталя Перу! Что происходит? Они сейчас просто должны идти в трон. Они сейчас просто выиграют игру. Фантастика. Ньюби вылетают с мейджора. Фантастика. Анон и топ 12 минимум. Ты посмотри на их радость. Это дикая фантастика. Это сенсация на года, я не знаю, на столетия. Такого в Доте я не помню. На Valve ивентах, на где бы... Вы посмотрите, этот чувак справа, он, по-моему, не верит в то, что произошло. Он вообще не понимает, что произошло.